Украина должна МВФ более 12 миллиардов долларов. Об этом заявил замглавы Нацбанка Украины Олег Чурі. Он отметил, что на сегодня перед Международным валютным фондом у НБУ есть обязательства на сумму более 7 миллиардов и около 5 у Министерства финансов. По словам Чурія, за последний год резерв Нацбанка увеличился практически до 19 миллиардов долларов.